Стрельцы. Для стрельцов шикарное время. Ноябрьские стрельцы, в начале стрельца идет планета Юпитер, планета расширения, поездок, возможно, новая работа, возможно, повышение на работе, возможно, какие-то новые идеи, связанные с вашей работой. Также Юпитер – это философия, это высшее образование, это проповедники, это бизнесмены идут под планетой Юпитер. Солнце в стрельце в декабре месяце, Меркурий с 13 числа входит в стрелец, и очень благоприятные контакты, встречи, заключение сделок, переговоры и так далее. Марс в напряженном аспекте, четвертый дом, надо быть очень нежными со своими любимыми и отслеживать чрезмерный какой-то свой ментальный напор, который вы можете в это время производить на своих любимых. Надо быть очень внимательным к своим любимым, к своей семье. Для Стрельца благоприятные лунные дни – это 2, 3, 6, 7, 8 декабря, 11, 12, 16, 17, 25, 26, 29, 30 декабря. Луна, ваши эмоции будут очень гармоничны для вас и для окружающих.